Не проходило дня, чтобы у Татьяны не свело судорогой ноги. Особенно часто приступы повторялись сразу после пробуждения. Как-то приехала в гости мама и осталась ночевать. Наутро увидела, как дочь пытается размять сведенную мышцу, и сказала, что знает народное средство, которое поможет. Приготовить его просто. В небольшую кастрюлю надо высыпать 1 чайную ложку семян кориандра, добавить 200 мл кипятка, оставить под крышкой на час, процедить и остудить. Татьяна выпила весь настой равными частями за один день, последнюю порцию перед сном. Ночь прошла спокойно, и утром женщина легко встала с постели. Теперь Татьяна принимает народное средство раз в 2 дня, и судороги ее больше не беспокоят. Настой кориандра поможет избавиться от судорог ног. Он обладает сосудорасширяющим свойством и хорошо снабжает кислородом ткани мышц. Однако, если судороги мучают вас часто, это повод обратиться к врачу.